Северо-восточный район Оренбурга разрастается новыми жилыми микрорайонами. Для тех, кто обживает новые пространства, важны безопасность и комфорт. Оренбуржцы обратились к депутату с просьбой решить вопрос безопасного перехода северного проезда. На перекрестке с улицей Полиничка светофор установлен по просьбе родителей учащихся 86-й школы. Во дворе дома 64 по улице Салмышской появились дополнительные зоны отдыха с горками, качелями и спортивными снарядами. Средства, выделенные на наказы избирателей, идут и на решение проблем социальных объектов. Порядка там 11-12 дошкольных учреждений, детские сады. А здесь где кровли, где окна, где ремонт отопления. Ну вот я хочу сказать, что, конечно, тут вот депутат распределяет 10 миллионов рублей. И с одной стороны вроде и большие деньги, а с другой стороны и 500 миллионов бы распределил, и еще есть куда чем заниматься. В этом году депутаты Заксобрания совместно с городским советом Оренбурга оказали поддержку 8-му лицею. В здании отремонтирован 3-й этаж. Закуплено и смонтировано мультимедийное оборудование для кабинетов и актового зала. В этом году удалось выделить 1,5 миллиона на развитие. На развитие мультимедийных процессов современного, и для того, чтобы школьники могли заниматься современным оборудованием, современным залах. В этом году все намеченные планы выполнены. Ежегодно за счет так называемых депутатских средств в области ремонтируются десятки детских садов и площадок и социально-культурных объектов. Татьяна Штылер, Игорь Бероев. Новости дня.